матчи плей-офф чемпионата Кыргызской Республики по футзалу БК. Сказать, ну, наверное, все, на что они способны. Это вообще у нас, как я уже сказал, финишная прямая. Первый полуфинал, друзья. Итак, игра началась. С мячом футзал. Очень неудачно здесь получилось. Отличный момент. И перед воротами оказался Дос Сантос, который пробил в левый от себя угол. Футболисты 4. Да, да, верно. И момент хороший. Был эпизод. Да, перехват не удался. Можно сделать пас на тот край. Попадает. Перекладину, второй момент. Ну что ж. Ашани в атаке. Разворот. Удар. Патраков на месте. Носит с ног соперника. Он выходит к воротам, хотел сказать. Косту. Опасно. И забивает Да Сильва Джуниор. Упустили его. Голкипер когда-нибудь может ошибиться. И быстро восстанавливают статус-кво бразильцы. Оливейра Сильва здесь оказался. Только Нету с мячом. Под правую ногу не получилось сделать. И что будет здесь? Отличный момент. Забивают бразильцы. И нарушений не было. Не свистит Кильдебеков. Семерки в атаку пошли. И отличная комбинация. Завершается взятием ворот. Играют другие игроки. Разворот, удар, классный гол забивает. В данном случае Аскеров. Как он это сделал? Принял мяч, развернул. Передача не удалась. Бишкекчане идут в атаку. И момент, какой красивый. Риберо Коста сравнивает счет. На Косту и может забить Коста. Делать 3 секунды. Прошли, друзья, 3-3. Чудесный матч, захватывающее зрелище. 6 голов мы увидели, по 3 гола. И, конечно, Фарватер и Дастан. Дастан свой путь прошел очень хорошо. И Алимов классно переигрывает. И алайцы ошибаются. Может мяч прилететь. И Патраков здесь был бессилен. Расстреливает его Дастан. И какой момент, надо забивать, ошибает. Очень красивая атака может получиться, и как пробил. Лив, контру можно получить, вперед уходят. Бразильцы забивают, отличается Да Сильва Нето, который набрал ранее, а вот здесь ошибка может закончиться 7-м пропущенным, так и будет уже. Я думаю, без шансов, и за аж осталось. Будет удар. И мяч отлетает в поле. Вот так, друзья.